смотрится поинтереснее. Но вот по моментам, если брать в расчет удары в створ, те же, да, то здесь, конечно, Шахтер соперника превосходит по голевым шансам. Чего стоит шанс Януша в первом тайме? Вот удар Бурко с дальней дистанции. Минск пока в ворот не попадал. Это проблема команды Кондратьева пока. Вроде как и атаки неплохие, и комбинируют неплохо, но вот подводит точность. Хотя вот Ковель выходит один на один, удар, и вот, пожалуйста, попал Ковель, 52-я минута. Леонид Ковель забивает. Давайте повтор смотреть. Потом передачу ему такую выдал, проникающую. Прямо по центру защитной зоны Шахтера Ковель ворвался в штрафную и положил мяч под перекладину. Центральные защитники здесь, конечно, тоже виноваты, но и прошла передача на Леонида Ковеля. Доволен Георгий Кондратьев. Там поднялся Андрей Разин, который давал интервью коллеге Иванову в перерыве.